маленькой пушки. Вот вы построите ваш, начнете строить ваш разумный социализм, а они выкатят маленькую пушку и бац-бац по вашему социалисту. Что тогда делать? Отстреливаться? Но это же большевизм. Бежать, а как же социализм? Это вещь вполне возможная. Это все обычная красная пропаганда. Ну я же самый настоящий красный. Я, мистер Ленин, очень удивлен. Чем? Чем? Ну, тем, что вы находите в себе юмор, а между тем всякому беспристрастному наблюдателю, появившемуся с Запада, легко заметить, что вы на краю гибели. Ну, что вы там? Что вы у нас заметили? Расскажите. Да, продвинулся, отлично. Я заметил, что люди в России очень плохо побриты. Побриты они, неважно. Дальше. Потому что они все страшно оборваны. Оборваны? Дальше. Это неважно. Да? Да. Фу. Хорошо. Все люди ходят с какими-то... Со свёртками? Да, я никак не могу понять, что это. А, со свёртками. В чём дело? Не обращайте внимания. А потом мне сказали, что это пища, это паёк. Угу. Они из своих учреждений несут домой в газетах варёную кашу. Надо ещё медленнее.